have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, начинаем Overland. Еще одно местечко, которое я без понятия, у меня было закуплено, закачано несколько игрушек. Вот, теперь мы их по очереди пробуем. У нас Чарли, Морти, погодите, что происходит? Это пошаг? О, прикольно. Выбирайся отсюда. Запад, там будет помощь. Осмотреть. Так. Ну тогда конец хода. Фига себе. Залить. Забраться не могу. Посмотреть. Так, погоди. А я не могу забраться сюда? Ну, конец хода тогда. Забраться. Завести. Поехали. Выбраться. Ух ты, выглядит как что-то интересненькое, потому что я же говорю, я абсолютнейше на рандоме накупил несколько игрушек, которые мне понравились, которые выглядели неплохо, и вот сейчас мы их будем все тестить, какие-то из них превратятся в прохождение, какие-то из них будут посмотряшками, наперед я еще ничего из этого не знаю. Так, у нас там вот эта тварь, а она мне надо? Здрасте, забор покрасьте! Пригласить. То есть мне обязательно нужно с ним ручки подсамкаться, чтобы пригласить, да? Сортировка. Машины, кстати, три человека. А что это за машина такая, в которую три человека помещается? Есть же машины на 4, на 5 человек, но на 3. Так, ладно. Конец хода туда получается. Забирается. Значит, сбор. Это что у нас значит? Если не забраться, ну забраться. Как мне переключиться на женщину-то? Погодите. Отмена действия. Как мне... Блин, подождите, я не понимаю, как мне уехать вдвоем-то? Сбор. Окей, значит, сбор это именно... Зачем? Действия. Машина завести. Все. Блин, там бенз был лишний. Конец хода. Так. Как мне... А, вот так, кстати, можно. Выключить. Забрать бенз. Конец хода. Так. Вот так переключать. Супер. Забраться вместе с бензом. Отлично. Он у нас с собой будет завести.
конец хода. Выбраться. Отлично, отлично. Надо немножечко привыкнуть. Это пошагово, оно прикольно выглядит так. Пока что классно. Я много туплю, но мне пока много прощается. Оп, девочка какая-то приехала. А, вон еще бенз. Ну, а я так понимаю, что это начальное и... Ого, сколько нам... Ну, в принципе, 10 миль преодолено. Супер. Надо понять, насколько у этих ребят быстрая скорость. И все, у всех ли она одинаковая? То есть перемещение по две клетки. Является ли оно одинаковым? Так, вон у нас аптечка с собой, бенз с собой. Фух. Ну, насчет фух. Спасибо, что подобрали, да, в принципе. Да не вопрос, да. Новая машина, нам повезло. Машина на три места. Куда направимся? Так, скорее всего, будет опасно. Здесь наверняка... Типа сюда. Это нам единичку бензина будет стоить. Но у нас есть запасного немножечко. Но здесь наверняка можно раздобыть другую машину. А зачем нам другую машину, извините? Если это новая... Или нам нужна новая? Ну, давайте будем посмотреть. Выглядит пока что здорово. Так. Офигенно. Пока мы в машине, они не могут нас тронуть, да? Да... Как мне бенз с нее снять? Посмотреть. Канистра. Содержит горючего 3, свободное место 1, мало горючего. Как мне ее снять и заправить, я пока не особо понимаю. Ну, допустим, конец хода. Машине они могут? Ах ты ж, ёпперсот. Завести. Поездка. Конец хода. А я не могу сюда подъехать, вы издеваетесь? Погодите, а как можно... Ну, конец хода, допустим. Я понял тебя. Есть, мы его сбили. Отлично, значит, так можно. Все равно мы меняем машину, поэтому этой машиной можно пока что пожертвовать. Конец хода. Большого, скорее всего... Ох, там новый выкопался. Большого, скорее всего, не получится. Блин, а он до меня доберется. Есть! Хорошо! Одного оглушили, другого взорвали. Бежим к другой машине. Конец хода. Но там же бенз был! Черт побери! Вот это сейчас очень неудачно получилось. Я забыл, что у нас там бенз был. Завестись. Забраться. Мы можем ехать?
Так, погоди. Смотреть. Ехать мы можем или... Не можем, да? То есть я могу или выключить, или... Ну, конец хода. Точно, кому нужна эта машина, да? Так, а вот это что? Какой-то металлолом. Выбраться. Офигеть, у меня пока что все очень криво получается. Так, машинку нам покалечили, кстати. Нью Морган, говорят, там есть горючее, надо быть осторожным. Ну, отправиться тогда, конечно. Жалко, у нас там было горючее, и мы его просрали с той машиной. Возможно, как бы сейчас немножечко научимся. Если получится выжить, выживем. Если нет, ну да, придется переиграть, наверное. Тут машина, но машина такая себе, кстати. Ага. А, так. Не-не-не-не-не, дружище, ты идешь сюда. Конец хода. Чертов генератор. Так. Давай-ка ты сюда. Спор. А как мне бенз залить, не подскажете? Хорошо, допустим, забраться. Конец. Они на гене разбегаются, да? Наполнить, извлечь. В смысле наполнить? Чем наполнить? Ладно, забраться. Ой, снять эту... А зачем мне нужно? Я не понимаю действия. Зачем мне снимать? Ладно, забраться. Так, ну конец хода. Ты что делаешь? Нет, отмени. Я иногда теряюсь. Да, машину-то завести надо. Они каждый раз глушат. Выбраться. Мы, получается, потратили один бенз, получили один бенз. Я постоянно забываю эту фишку, что машину надо завести. И поэтому... Так, сортировка. Я могу это использовать? О, это все на крышу можно так. И... Ну, медпак я не хочу ложить, кстати, на крышу. Знаете почему? Черт, машина рванет, если это мы и медпак потеряем. Ладно. Итак, доводил слышать, тут есть люди, которые занимаются обменом. А здесь у нас заправка с привидениями. Супер. Но у нас двоечка. Мы можем и туда заехать. Давайте. И, возможно, мы сможем канистрой нашей воспользоваться. Да уж. Люди, которые занимаются обменом. Палка. Я так понимаю, что все-таки... Что все-таки бутылка это для отвлечения внимания. Посмотрим, что у вас есть. Ей нужна аптечка.
Так, выменять. Что на что можно? О, флэйрган. Аптечка. Взамен одной из этих. А, у нее флэйрган. Я могу взять фонарик, могу взять рюкзак, радио, зажигалку. О, сколько всего полезного-то. Черт, я на самом деле сейчас выбираю между зажигалкой и рюкзаком. Наверное, давайте все-таки зажигалку. Я об этом пожалею. Ну ладно. У вас нет ничего, что нам нужно. Ну, теперь уже да. Забрали такие аптечку, такие. У вас нет больше ничего, что нам нужно. Так, завести. Как мне залить? Конец хода. Вот. Все, нормально. Эту канистру мы заправили. Забраться. Завестись. Конец хода. И теперь валим отсюда. Выбраться. Я более-менее начал немножечко шарить, хотя все равно в некоторых вещах теряюсь. Ну хорошо, что есть, то есть, давайте пробовать. А, это было еще и на выбор. Ух ты ж, ё. Это печально, кстати. С кем ехать дальше, надо убрать те препятствия. Сортировка. Палку сюда, зажигалка, нет, зажигалка пусть будет. У нее есть дополнительный слот, а у него типа только один. Ну хорошо, отправится. Про убрать те препятствия, я надеюсь, там что-то деревянное, чтобы мы это могли сжечь. Ох, то ж, жеж, дофига! Смотри, сколько тут бензо. И что вы предлагаете? Ну-ка, получится то, что я считаю, или нет? Давайте-ка. Быстрее с этим разберемся. Параметры, серьезно. А как мне? Снарядить, посмотреть. Можно метнуть или наполнить горючим, кстати. Машину они трогать не будут, они же будут только за мной гоняться, я надеюсь. Сейчас узнаем. Убить! Неплохо! Нормально.
прохода. Зачем ты бензин сбросила? Нужен ремонт. Низкий расход топлива на шоссе. Если ей нужен ремонт, как ее уберу-то? Давай залить. Забраться. Завести. А, серьезно? Я его бросил? А так можно было, что ли? Офигеть! А, вот это поворот! Я не знал, что так можно. Ну, типа, машина-то у нас в одинаково убитом состоянии. У чувака там что-то там было, палка и... Я думал, что я типа, блин, я думал, что я свалю на одной машине, потом эти уйдут с дороги, я свалю на второй машине. Хершел будет в порядке, да-да-да, колеса совсем новые. Смотрите, так, куда теперь двинемся? Ты сама с собой разговариваешь, куда теперь двинемся? Это интересно. Бенза у меня 2. Ну, тут можно будет раздобить бенз. Блин. Ладно, ребят. Давайте тогда на этой шокирующей ноте будем заканчивать. Мне пока эта игрушка нравится. Она классная. Пишите, что вы думаете. Я хочу сделать... Ну, у меня пока что мысль сделать из этого прохождения. Буду ждать ваши комменты. И потом уже после выходных посмотрим, как оно и что оно будет. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Yeah.